Всем здравствуйте! Сегодня я расскажу, как можно размножить каланхои листом. Эти каланхои у меня выросли как раз из листов. Это детки, которые разрослись уже очень сильно, их можно уже отсадить и сформировать нужным образом. И для того, чтобы листик дал детку, желательно взять хорошо сформированный листик и желательно с черешком. Не нужно брать сверху, и слишком старые нижние листья брать не надо. Вот в середине вот этого стволика можно аккуратненько отломить листик. Можно сделать это продезинфицированным ножичком, можно вот так отломить, я так отламываю. И теперь этот листик нужно погрузить во влажную землю. Сейчас покажу. Берем любой стаканчик небольшого объема. У меня здесь в данном случае 200 мл объем стаканчика. И погружаем в землю. Можно где-нибудь с краю, можно, ну, лучше с краю, конечно. Вот так. И все, я даже ничем не накрываю. Он вот так легко и хорошо укореняется и потом уже дает деток. Вот смотрите, вот эти листики уже укоренились. Если их потянуть, то видно, что они там очень крепко держатся. Потому что они уже дали корни и, возможно, они дадут деток. Не факт, что они укоренились и сразу дадут деток, но большинство дают детки. Вот укорененный листик, и из него уже растет детка. И даже не одна, их две. Они потом подрастут, окрепнут, и можно уже будет с них взять черенки полноценные и уже отсадить, или уже будет самостоятельное растение. Эти каланхойчики — это тоже детки. Вот он даже засохший листик уже. Тоже они потом окрепнут и будут вот такие крепыши. С них уже можно будет отделить череночек и посадить уже как отдельное растение. А о том, как формировать растение, у меня есть целый плейлист, посвященный каланхое, формировке каланхое, как делать прищепку, как готовить к цветению и так далее. В общем, вот так укореняется каланхое листиком. Спасибо за внимание, всего доброго!